Приветствую вас, друзья. Что ж, нам нужно проконсультироваться у Аполло. Так, а где консультироваться-то, собственно говоря? Или это он еще открывается пока что, да? Кстати, опять-таки, я достаточно давно последний раз запускал Alien Isolation и... уже и забыл, что тут да как, поэтому, может быть, будем тупашить в процессе прохождения и всего такого, да? О, это ж мама, да. Это в первой части Чужого была такая хрень, ее называли мама. Компуктер. Через 2 дня после нашего вылета? Серьезно? Сволочи! Было бы неплохо, если перевод был бы, да? Существа на станции нет. Смотреть центральный реактор. Да блин, да что ж такое? Так, тут вроде бы ничего нету. Вот я же вот, блин, то, как они вот это все сделали, я же говорю, вот выйти из Аполло под его ядром. Да, вот именно это вот все как в фильме, это очень классно. Так что нам сейчас надо сделать? Таки выйти из Аполло под его ядром первым делом. Да, вот все очень похоже на то, как было в фильме, я живу, это очень круто. Ага, вот. Так, слушайте, перед этим сохраниться можно? Там уже сработала сохранка. Ну, слава богу, что нам не придется теперь уходить той же дорогой, которой мы пришли, потому что я же говорю, я, получается... давно запускал последний раз Alien Isolation и плохо помню, что там да как там, да. Прямо скажем. Так, 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 так. Где там эта лестница-то? Ага, вот она. Вейланд, Ютани, мы строим лучшие миры. Ну, немножко там, конечно, разобрать что-то можно было, типа, запрещено, потому что какой-то там ордер 939, она начала спрашивать, что это за ордер, там, негатив, там, что-то ей отвечала, типа, ответ негативный, типа. В общем говоря, ответы на вопросы она толком не получила, да. Так, что у нас вообще есть? У нас только шокер, который не работает, одна аптечка, 2 коктейльки молотого. Давайте будем освещать коктейль Молотова, потому что... Ой, не то, потому что... Да, фонарика у нас не шибко много. Лучше его поэкономим. Так, нам, походу, по сюжету надо сюда идти, правильно? Ну да. Но сперва давайте войдем в терминал. Фух, личное, так. Класс. Взаимодействие с людьми. С людьми. Получен запрос на отправку сообщения по внутрикорпоративной связи. Исходящее сообщение представителям Вейланд Ютани одобрено и отправлено... Ой, к отправке и просмотрено. Класс. Отчет о происшествии. Приняты временные меры по ликвидации аварийной ситуации в медицинском комплексе Сан-Кристобаль. Разъяснений не предоставлено. Ну, короче, что-то какая-то хрень. Я, честно, это что-то впаду это даже читать. Особый протокол, да, а вот-вот, да, тревога, неопознанный объект в системе реактора, инициирован особый протокол номер 939, вот это ж оно и есть. Первостепенный приоритет – защитить образец, изолировать станцию, отключить средства связи. Синтетическими сотрудниками зарегистрированы новые обитатели – Рипли, Аманда, Тейлор, Нина, Сэмюэльс, Кристофер. Разрешается ликвидация.
Класс, тревога. В лаборатории KG наблюдается серьезная угроза образцу. Уровень тревоги поднят до омега. Ну вот, в общем, как всегда, да, то есть как это и в фильме было, то что они все время пытались, типа, как не убивать этого чужого, да, типа, как его сохранить, чтобы потом исследовать и использовать как биологическое оружие, вот что-нибудь такое. То есть, в принципе, в игре то же самое, как видим. Спейдинг, это Ransom. Поскольку станцию покупает Вайланд Ютани, сейчас особенно важно, чтобы передача самописца прошла без сучка и задоринки. Да, они мелкие сошки и ничего не знают о сделке, но что будет, если до них дойдут слухи о пропадающих людях? Я не хочу раскачивать лодку, так что давай постараемся без этого обойтись. Еще не хватало, чтобы покупатель в последний момент передумал. Общее пусто, аудио пусто, утилиты пусто. Ну, то есть, в принципе, в этой хрени мы получаем ответы на те вопросы, которые мы не получили у мамы, в принципе, да, потому что там все было на английском языке. Так, ну что, инженерный сектор. Ну. Ага, все. Ты-ты-ты-ты-ты. Слышишь? Слышу. Ну какие новости? Аполло действует по протоколам Вейланд Ютани. Что-что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд Ютани. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сошка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Так, осмотреть центральный реактор. Как у вас тут темно-то, ребята, а? Еще интересно, нам оружие вообще вернуть? Подать энергию к вагонам. Угу. Можно прям под капелькой помыться, смотрите, под струей. Офигенно, офигенно. Включить вагон, да? Опять-таки сенсор, я же, они нам раздают то, что нам реально не надо, да? То есть всякую хрень. То есть нам, в принципе, сейчас куча всего надо, чтобы там что-нибудь сделать, а раздают всякие сенсоры, которые вообще ни в хвост, ни в гриву, что называется. Ну ладно, больше тут вроде бы как делать-то и нечего, кроме как включать вагон. Да. Братишка поехал. Голубой вагон. Это как там летит кота? Бляха, летит, качается, да? Или как? Я уже и не помню-то нифига песню, а? Летит, качается. Ага, нам походу... Ой, сохраночка есть, это хорошо. Давайте сохраночкой точно воспользуемся, а то хрен его знает, что там дальше-то будет с этими андроидами, фуфлоидами, да? Сердитыми. И, кстати, очень длинная эта ведь игруха, да, то есть, я, честно говоря, думаю, вообще, как правило, все эти хорроры, да, вот, ну и вообще игры вот такого подобного жанра, они, как правило, очень короткие, а здесь же, смотрите, то есть, прям ни конца, ни края нету, да. Игра все время продолжается, продолжается, все постоянно меняется. Технические работы запрещены. Так, тут опять эти хрени. Так, есть какая-то шахта. Ну, погнали в шахту, наверное, да? Тут же темно, как в жопе-то. У нас-то есть-то этот самый фонарик. Но в том-то и беда, что его там совсем мало. Поэтому, наверное, лучше будет коктейлькой освещать. А кто? Вроде бы где-то что-то андроид мне говорил, но я его не вижу.
я не понял. А, блядь. Не надо мне ничего рассказывать, придурок. А я и думаю, что за хрень. Блин, плохо без оружия. Реально плохо без оружия. Ха-ха, лох. Это ничего мы толком осмотреть не смогли, что печально, да? Прикольно, что эти андроиды по вентиляции лазить не умеют, потому что, допустим, чужой умеет, как вы помните, да? А андроиды вроде бы как не умеют, и это реально хорошо. Да завались, долбоёб. А, сука, дебил. Пошёл нахуй. Эти роботы заебывают, да? И тут еще просто эта фишка вечная, то что тебе же непонятно, куда тебе идти вообще надо, да? Чего тебе вообще требуется? То есть надо смотреть этот реактор, да? Где этот реактор? Как туда попасть? Непонятно, да? Тут вечная хуйня, блядь. Покиньте помещение. Технические работы запрещены. Ёбаные андроиды, блядь, иди мне ночью, от них покоя нет, а? В комнате вроде бы как делать нечего. И этот еще бредовый момент тоже такой в игре, вот, блядь, заебывает пиздец тоже. Никого нихуя нету. Вот это и с чужим было, и вот сейчас с этими вот андроидами, да, никого нихуя нету, только ты что-то делаешь там, да, включаешь терминал, вот, или пытаешься отключить эту систему охраны. Тут как тут появляется этот долбоеб, да, блядь, сзади. Ну это пиздец. Бесящий момент, конечно. Вообще, я больше любил геймплей, когда ты мог не только прятаться, но и как-то отбиваться, если честно. Потому что опять сейчас пошел этот бред, то, что ты можешь типа только прятаться, и меня это заебывает. Пускай там, да, у нас была ограниченная возможность к отбиванию, да, там. Ограниченные там какие-то ресурсы, патроны. Ну, блин, мы могли отбиваться. Это сейчас опять этот маразм пошел. Ой. Пошел на. Да, вот это опять это ничкуйся, еще ж я же толком не понятно, куда тебе идти, и из этого еще больше бесит.
Я же так понимаю, мне нельзя попадать в эту систему охраны, и при этом еще и этот дебил тут ходит. Ну вот, блять, о чем я и говорил. У нас возникли разногласия. Пиздец, вот куда дальше идти, нахуй, блять? Сука, как же бесит эта хуйня, это пиздец. Ебаный этот робот, блять, сука. Ой. Блять, как же жалко, что дробовик забрали, нахуй, а? Как там в квесте пишется, что там от нас требуется? Попасть в реактор, да. Ну и что тут, блядь, сука, бесит, нахуй. Я же, блядь, нихуя не понятно, куда тебе, чего тебе, да, блядь? Технические работы запрещены. Я же, нихуя не понятно, чего тебе, куда тебе идти, блядь, нахуй, да? Ой. При этом у тебя на хвосте этот робот, блядь, ну пиздец. Ну пиздюк. Кстати говоря, мы заряд для шокера нашли, ребята. Мы можем сейчас разок его шокером уебать, по крайней мере. Это неплохо. Ну вот тут явно надо идти направо. То есть тут 100%. Потому что нам нужно идти вот куда-то сюда. Ионный резак нужен, ну. Найти мод для ионного резака. И где его найти, блядь? Пиздец, нахуй. Уходите, не стесняйтесь. Я есть дом. Сдохни нахуй, мразь, блядь. Не так темно. Чуваки, мы его ёбнули даже, а? Ну чё, будем надеяться, что он тут только один был. Конечно, как только Молотова жалко, но он просто меня уже так заебал, что реально. Причём уже просто не выдерживал. Ну, кстати, четко мы его запиздили, согласитесь. Но он вроде бы здесь был один, да. А вот оно, походу, да. Ага. Все. Доступен ионный резак, отлично. Так, слушайте, я сейчас что предлагаю? Ну что, прикольно, когда мы от него избавились, хоть можно нормально все поисследовать. Да, мы что где-то... Вот эта хрень, давайте ее отключим. Потому что эта система охраны подбешивает. Все. Ну да, хорошо, зато когда от него я же избавился, то можно хоть свободно перемещаться по карте. Слушайте, все-таки электрошок, что не говоря, а штука довольно-таки неплохая, видите. То есть в определенных ситуациях она реально может спасти жопу, как ни крути. Это реально так.
Сейчас вот я же говорю, сейчас вот я не знаю, что бы я делал бы без ионного резака. Ой, ионного резака, говорю, да, без электрошока, а так четко мы его глушанули, потом тупо запиздили, да и все. Ну и, конечно, коктейлька, наверное, помогла все-таки, да? Несомненно. Так давайте сейчас все еще комнатушки так посмотрим, может, мы-то все-таки что-то еще пропустили. Мне просто сейчас любые припасы бы пригодились, в принципе, начиная от батареек, заканчивая там какими-то аптечками и прочим. Ну, похоже на то, что ничего мы не пропустили. Ну да. При великому сожалению, что называется. Ага, тут таки система охраны даже осталась. Ну ладно. Так, ладно, вот, да, его на резак. Все, последний из резаков мы наконец-то нашли. Кстати, он быстрее режет. Опять андроид стоял. Блять, все андроиды к реактору. Как же я буду осматривать реактор, если там, блять, сейчас будет куча этих долбоебов? У меня оружия никого нету. У меня одна коктейлька осталась из всего, что я могу предложить. И прямо скажем, она против андроидов малоэффективна. Ну, по крайней мере, тут хоть сохраниться хоть дают, да. Пройдемте со мной. Вы себя пока лечите. Войди в почву. Это не ответ. Ты заебал. Три раза подряд блок поставила. Но это Аманда еще тоже такая, да. Ну ты ж видишь то, что он такие блокирует, да. Все время она один и тот же удар наносит похожий. Возьми там какой-нибудь там для разнообразия, там аджаме ему сделай, я не знаю, там, да. Левый хук, там, боковой, правый, там, я не знаю. Ой. Че это такое? О, это же аптечка, походу, да. Надо будет подобрать, попытаться. Ой. Странно. Сука, я же ненавижу такие моменты в игре, блять. Вы испытываете мое терпение. Иди нахуй. Как в него обойти этого долбоеба, блять? Мне бы тут, возможно, помог бы шокер, да, но шокера больше нету, да. И как вот не ожу, как не обойти этого долбоеба, если он стал там посреди этого, он никуда не двигается. Отвлечь его тоже вроде бы как нельзя, получается, да. Вот что мне делать, вообще непонятно. Присоединяйтесь к нам на этом пути. Надо посмотреть. Ёбнутый андроид, блять. И опять-таки нихуя не понятно, что от меня требуется. Вот эту хрень, что ли, запустить, да? Ой. А, слишком низкий уровень энергии.
Вот там какая-то хрень он есть, видите. Сука, был бы у меня сейчас этот заряд для электрошокера, блядь. Ходил бы тут выебывался, пидор лысый, а? Чмо, блядь. Там вот какая-то зеленая хрень, надо ее, наверное, запустить. И тогда, наверное, мы сможем вот тут хрень заюзать. Если мои услуги не отвечали стандартам Сикса, подайте жалобу. Ну, зато мы Крея подобрали. Ну видите, он тупо вот держит, вот тоже что выбешивает, да, вот он, блядь, он знает то, что мне нужно туда попасть, и он тупо вот кругами ходит туда-сюда, да, пока я, что называется, не заебусь и не попытаюсь на него напасть, а шансов у меня в этой стычке никаких не будет. Вот такая же самая хрень с тем чужим, помните, тоже он тупо ходит туда-сюда, блядь, пока либо тебя не обнаружат, либо пока ты уже сам не спалишься, потому что заебешься ждать, пока он куда-нибудь съебется, блядь. Нифига не работает, видите? Еще ничего не могу понять. А, вот, наверное. О, вот. Давай только быстрее, родная, давай. Ага. Так, это мы где-то включили питание. Да, проблема в том, что я не вижу, где этот говноед. Как бы вот. Ага, вон он. Ой. Вот и пиздец, нахуй. А куда тут можно съебаться, я что-то не помню. Блять, куда тут можно съебаться, чуваки? Я не понимаю, что вы делаете. Успокойтесь. Блять, как ты заебал, блять, это пиздец, нахуй. Получается, ты нихера не сделаешь, пока там этот добень ходит. Он тебе нихуя не даст сделать, потому что я же непонятно делал, ты только это, ты выходит, ты уже спалился, потому что спрятаться негде было, блять, да? Сука, как это заебывает, это пиздец, нахуй. Хуиксон, блядь. Что, ну бесит эта хуйня, реально. Ну, блядь, не столько пугает или это, сколько раздражает. Потому что же он какой-то тоже вездесущий, вечно ходит там, где не надо, блядь. И заебывает сильно, блядь. Может, сзади подкрасться и въебать ему, а? Ай-яй-яй, блять, нахуй. Блин, так кстати, что-то. А, это файер был, да. Не, сзади тоже не получается, видите. А СШГ на него не сработает, правильно? Не наносит увечья, да, оглушает всех. Андроид невосприимчивый, да. А, но взрыв привлечет их внимание. Ага. Но взрыв привлечет их внимание. Слушайте, у меня есть одна идея, как от этого пидора избавиться.
меня есть одна идея. Где это чмо, блядь? Ой, блядь. Сука, ты заебал нахуй. Так, короче, блядь. Первым делом надо подлечиться, бо эта дура нахуй, блядь. Дохлая пиздец какая, блядь. Ну, я тебя ебану, сука, блядь, ты заебал меня нахуй. Сиксон, вместе, к светлому будущему. Вместе, вместе, блядь. Если я тебе сделаю, сука, вместе, блядь. Где ты чмо, блядь? Странно, что вы здесь делаете? Нихуя не получилось, короче, да? Ага. Будем в саночки с тобой играть, дебил, блядь. Вы что, шутки шутите? Да, шутки шучу, блядь. Я же, это тупо хуйня, блядь, потому что он тебя палит, блядь, тупо автоматически, да? То есть он уже вроде бы съебывался, ты туда себе тоже пошел, и хуяк, вот он уже тут, блядь, да? Вот как он это делает, нахуй? Несанкционированное проникновение. Вылезайте, говорит. Ты упиздил уже, долбень, блядь. Сука, вот еще бред, нахуй, да? И что мне делать? Ждать, пока этот дебил там стоять будет 3 часа, блядь? Смотрите на дебила, блядь. Все, я его сейчас уделаю, блядь, суку, а. Где это чмо? Так. Сообщи, сообщи, сука. Будем вот так вот его пизданул, блядь, съебался в трубу, пизданул, съебался в трубу. Блядь, он меня ёбнул разок, сука. Блять, я думал, этот счет нихуя не сработало, короче, ну ладно. Так, вылазим. Вы нарушили правила. Иди нахуй. Да хули ж ты не дохнешь, ты заебал, блядь. Пиздец, нахуй, он какой-то нереальный, блядь. Бля, я хуею, блядь, этот робот, это можно ебануться, блядь. Главное то, что когда ты его, помните, вот когда ты его шокером ебанул, потом, главное, его можно спокойно загасить, блядь, да? То есть там, по-моему, 4-5 ударов. Сейчас ему нанес, наверное, около 8 ударов, ему вообще похуй, вы видели, да, блядь? Пиздец, нахуй. Крепыш хуев, блядь.
Готовы помочь. Я заметил, долбень, блять. Ну, пёс давай куда-нибудь уже, а. Даже просто момент этот ёбнутый, он все время идет туда, где ты, блядь, да, сука, вот, блядь, жопа и чует, нахуй, где ты находишься, это раздражает. Прибывающих на станцию представителей компании просим обратиться... Ты из этого ничем толком не можешь, блядь, заниматься, потому что он все время, я журю, где-то рядом, блядь, что называется. Надо посмотреть, пройдёмте. Видите, он меня уже спалил, блядь. Хуй знает, что тут делать, да. Даже тут тупо, блядь, такой пиздоватизм, то, что вот, блядь, ты нихуя не сделаешь, пока он там. Вот, блядь, его надо как-то ёбнуть. А как его ёбнуть, если у тебя нет электрошока, вообще непонятно, нихуя, блядь. Потому что ему все похуй, блядь. Я раз всем его по башке уебал, ему тупо похую, блядь, нахуй. Это пиздец какой-то, блядь. А так я же, ты куда не идешь, он идет туда же, блядь, да? Ты идешь туда, он ее же жопой чует, он тоже туда ломится, блядь. Ты туда идешь, он тоже туда ломится, блядь, да? Вот надо, блядь. Присоединяйтесь к нам на этом пути. Где этот добин, блядь? Мне же он ходит там, где мне, куда мне надо попасть, блядь. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. И этим я живу, реально раздражает, блядь. Пиздел вроде. Ну иди. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите. Что тут не так? Единственное, что от этого дебила более-менее просто прятаться в этих ящиках. Вот опять, да? Есть тот кто. Вам сюда нельзя. Наглядный пример только что был, блядь. Вот я же, вот, блядь, вот ты выглянул в ту сторону, и естественно, что он был там. То есть, если бы ты бы, блядь, пошел бы с другой стороны, он был бы там бы, блядь. Ну это пиздец реально какой-то, блядь, честно говоря. И тупо как добрый будет сейчас стоять и ждать, блядь. Я сообщу, куда следует. Ладно, короче, давайте на этом наш эпизод закончим, да. В следующем будем... Я не знаю, что делать. Может быть, вообще так и попытаться вот в лотории бегать в эту шахту, уебал два раза, съебался в шахту, уебал два раза, съебался в шахту. Я не знаю, блядь. И так, пока его не убьешь, потому что... Я же... Он тупо нихуя тебе не даст сделать, пока ты его не ебнешь. Тупо нихуя. Вот как ты там не ныкайся, как ты что не делай, он все равно тебя найдет, потому что, я же, он все время появляется с того бока, куда ты идешь. Ты решил с той стороны выйти, он там, ты решил с этой, он здесь. То есть, я же, пока ты его не ебанешь, ну ничего ты не сделаешь, блядь. Тем более, что вся эта хуйня в разных углах, непонятно в какой последовательности ее надо крутить, блядь. Сука, ну ебаный бред, нахуй. Же, вот всем хороша вот разнообразие геймплея, отсылки к фильму, вот это все классно. Но вот хардкор здесь реально бредовее, чем, наверное, Возвращение 2.0 было. Это полный дегенератизм какой-то, блядь, честное слово, нахуй. Это не хардкор, а маразм какой-то, вот самый настоящий. Я же, что с тем чужим был бред ебаный, да, вот что сейчас вот с этим вот андроидом. Получается, если тебе нечем отбиваться, если оружия у тебя нету, то реально маразм просто начинается какой-то, блядь. Пиздец. Ладно, давайте на этом все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотры, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.